Ну? Как это не согласен? Ну, поговорите с ним еще по-нашему. Ну что, все равно не согласен? Ну что вы там, конфеты, что ли, кушаете? Что за... Здравствуйте, товарищи бизнесмены, бизнес-вумены и бизнес-чилдрены. Пока еще добрый вам день. Сегодня мы поговорим с вами о вреде жадности, о ее вредных последствиях. Дело в том, что многие накопители капитала накопили его слишком много. И ослепленные накопленным не замечают, что нам, представителям простого народа, тоже, понимаешь, хочется. В связи с этим хочется напомнить этим, как бы это поточнее выразиться бы, людишкам вот этим. Как говорил еще добрый дедушка Ленин, что надо делиться, делиться и еще 20 раз делиться. Ну, например, вот ты купил второй телевизор. Ну зачем тебе, чувак, второй телевизор? Братишка, отдай бедным, то есть нам. Вот ты купил вторую машину. Ну отдай обе бедным, ну что ты гонишься? Ну нет. Некоторые товарищи не хотят помочь таким нуждающимся, как мы. Так вот мы, дети рабочих и крестьян, потомки экспроприаторов и экспроприаторов, собрались у меня на хате, посидели, решили организовать инициативную группу по изъятию, как говорится, лишних на наш взгляд денег у этих, как бы помягче выразиться, у этих, жадин у этих. И вот что мы решили. Если кто-нибудь жаден не принесет нам немного денег из своей кубышки, так он с тем мы уже будем разговаривать иначе. Уже не так будем разговаривать, как вот эти добрые дяденьки из налоговой инспекции. Понятно? Так что, господа жадин, отдавайте нам свои средства по-хорошему. Так как горячий утюг на пузе, это вам не крымский солярий, а голубое небо над головой лучше деревянной крышки. Доброго вам пока еще вечера. Привет. Да не гони. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы беседуем в прямом эфире с человеком, который имеет самое непосредственное отношение к мафиозным структурам. По известным причинам лицо этого человека мы не показываем. Да не мое лицо, его лицо. Я повторяю, не мое лицо, его лицо. Уберите фишки. Уберите фишки с моего лица. Извините. Извините. Измените человеку внешность. Простите, у нас технические неполадки, прямой эфир, сами понимаете. Измените человеку внешность. Извините, я предупреждала, у нас прямой эфир. Представьтесь, пожалуйста. Я же просил вас. Измените голос человеку. Предупреждал. Измените голос человеку. Скажите, пожалуйста, правда ли, что мафия проникла во все структуры власти? Да не мне, Ивану Федоровичу. Ивану Федоровичу! Скажите, пожалуйста. Пожалуйста! Итак, завершилась наша беседа с этим замечательным человеком. Возможно, он не успел ответить на все ваши вопросы, поэтому пишите ему по адресу. Улица Чизовская, 7, квартира 54. До новых встреч в эфире!